Сегодня поделюсь с вами рецептом жареной капусты по-китайски. Приготовлена я таким образом. Капуста свежая, хрустящая. Лучше всего выбирать круглые свежие капусты. Обратите внимание, что капусту необходимо полностью слить воду после очистки. Жареная капуста очень популярна в китайских ресторанах и семьях. Жарим на сильном огне до сих пор, пока капуста не начнет размягкаться и менять цвет. Капуста, приготовленная по этому рецепту, нежная, хрустящая и вкусная. Хотите ли попробовать? Наконец, если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на нас, чтобы не пропустить видео.